Чемс хлебом с сыром. А, Талия. Она ж посолила ему. Вкусненько? Дайте попробуем. Они нам продадут. Ты у нас Верочка. А теперь ты можешь кусать. Ваня, ну это было тебе. Вера. А Вера, кусай. Вера, кусай ты хлеб. Ты же просила? Подарите. Кусай еще, кусай. Вот так. Вероника, иди кусай. Вероника, иди сюда, пожалуйста. Теперь всем можно будет. Вероника, иди к тете Наташе. Иди к тете Наташе. Иди, иди, послушай внимательно. Так, проходи. Заходи, Жан. Подходи, Вероника. Мы очень долго знаем Яну, знаем какой-то искренний человек, и мы попросили разрешения у нее, у ее мужа и у родителей начать этот праздничный вечер. И, наверное, вот первый тост, с которого необходимо начинать все такие подобные вечера, это, конечно же, тост за молодых. И вот у меня фамилия Островская, кто не знает, псевдоэдуард, это к вам. А девичья моя фамилия Шевченко, поэтому, ну, вы понимаете, да, что, наверное, начать я должна со стихов, естественно. И мой тост за молодых будет именно в стихах, поэтому я прошу набраться терпения и выслушать вот тост, который мы подготовили для наших молодых. Свадьба – красивое русское слово, невеста вся в белом, и рядом с ней он, кого она с нежной любовью совсем недавно называла женихом. Родители смотрят на них в ожидании, как хочется им, чтобы их дети всегда хранили в душе своей благодарность и не забывали о них никогда. Сегодня веселье и тосты, и шутки, а завтра наступят обычные дни, когда вам придется одной судьбою сквозь зной и метель по жизни идти. Но чтоб ни случилось, пусть мир и согласие навек поселятся в ваш маленький дом, пусть дети растут и вас называют счастливой матерью, умным отцом. А ваша любовь пусть радостно светит, как радуга в небе, умытом дождем. Пусть в каждой росинке и в каждой слезинке себя вы увидите только вдвоем. Примите в подарок торжественный стих. Мы тост поднимаем за вас, за двоих. Теперь уж придется, как водится, вам и горе, и радость делить пополам. И мы хотели бы, очень хотели, все гости, которые вот сегодня присутствуют у вас на вашем веселье, поднять тост за вас, ребята. Вы самые красивые, вы самые счастливые. Сохраните вот это вот чувство, которое сейчас присуще, которое вы сейчас ощущаете, на всю жизнь. Пронесите его через всю жизнь. За вас. За молодых. За вас. Ольга! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать два. 30! Так, запрещаем вам ругаться, драться, спорить под столом
Если вы чуть перепили, лучше спать идти молчком. Лучше молчком. Всем без лишних объяснений место соблюдать свое. Пить в карман соседа сок или вино запрещено. Согласен, да, тут не будет, да? Вот. Не ворчать и не ругаться, не лезть со всеми целоваться. Телекин, это к тебе относится. Я хотел по-другому. Это у нас такой вот секс-бомж называется. Поэтому оберегайтесь. Секс-бомж, да. Ни в коем случае не злиться, от души всем веселиться. Если кто-то по ошибке вдруг прихватил с собой тоску, срочно встаньте в холодильник на котлеты повару. Согласна, да? Если вы перед уходом обнаружили слегка на себе чужие вещи, это право не беда. Но мы строго запрещаем уходить домой тогда, когда рядом с вами будет чужой муж или жена. И еще очень важный момент. Вот у меня есть молодой человек, когда он начинает свистеть, это значит, что пора выпить. А где поняли? Самая близкая подруга. И близкая подруга. Как только он услышал, а если он будет не вовремя свистеть? Мы будем одновременно свистеть. Поверьте, главное, чтобы не перебор был. Конец прожили в общежитии. Свистят очень часто. Вместе с Яной. Вместе с Яной. Так что мы свистим вдвоем очень часто. Видела. Так это вы были на фотографиях? На каких? На всех. На непристойных. Так, наливайте. Наливайте. Первая душа не знаю. А ну давайте. Нет, потом уже когда мы... Не, а ну хорошо. Смотри. Шок есть. Это вы. Что это дали? Чисто так пошли. Не продают, это извинения перед другом не просили, значит, надо мирно жить. Желаю вам счастья, все хорошего. Я пью за вас. Мы с вами. Хотелось бы такое. Смотри, от нашего стола, девочки, к вашему. Мы тоже пьем, да? Да, я думаю, все будет нормально. Да, под столом все. Да, можешь обещать. Ну, по минимуму. Желательно еще, да? А, да, еще так. Не зря два стола осталось. Я уже много сказала, сегодня. Душа больше разговаривать. Ты нам скажешь за двоих. Нет, за вас. Я в душе был первый раз. Ты знаешь все, да? Ну, будь вам красивым, счастливым, так как вы сейчас есть. А нести службу до конца никаких не поправлю. Да? Буде! Я звичайно! Я хоть раз цухнусь, а? Я дуже не уявляю своїм словам. Мимо, мимо. Я того же желаю. Вам сюда? Куда? И хочу, чтобы прожили, сколько мы с папой прожили. Ну, может, чуть так. Вы еще не прожили? Чуть больше. Конечно, больше. А ну как вы? Ну, боюсь сказать, что много детей у вас, как у нас. Наше время, да? Класс. Ну, с языка хочется сказать, и боюсь этого слова. Так что не обязательно, сколько, ну. Лучше сказать, когда он рассмотрит. Минимум, да? Мы предлагаем, мы рассмотрим. Вообще, в конституции молодоженов от 1 до 15 детей. Вашу честь пришло очень много телеграмм. И мы вот с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. И мы, поскольку мы приехали самые первые, мы принимали все эти телеграммы. Я, в принципе, готова их озвучить. Так, первая телеграмма... Слушайте, ребята, первая телеграмма пришла из роддома. Честно. Ну, никак. Было написано. Молодоженам Олегу Яне место забронировано. Ждем встречи. Даже приданное. Насколько вы знаете, после роддома начинается...
здесь мамой ходит. Я думал, девочки, скажите, кто детей отправлял в детский садик, тот знает. Да я очередь, я знаю. Да, следующая телеграмма пришла именно из детского садика. Конечно, слушайте, что они вам написали? Мне такой телеграммы не было. Я вам искренне, ребята, завидую. Вам написали. Детский садик, как пчелиный рой, привет сердечный посылает свой. Мы все хотим вам, молодые, пожелать, чтобы не забыли вы на очередь встать. Да, 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 это очень важно. Ребята, все телеграммы были адресованы и жениху, и невесте. Но одна телеграмма была адресована только жениху. Из армии? Не угадал. Из армии это по месту. Из мастерской, да, катайтесь с какой. Ювелирная девочка. Нет, из ювелирной. Нет, не с ювелирной. Девочку принято, но и не с ювелирной. А вновь? Прохода. Прохода глядела и забывала. Слушайте, телеграмма и забывала мастерской. Я не скрыла, уважаемый Олег. Телеграмма из забувной мастерской прислали буквально следующее, цитирую. Поздравляем! Желаем не оказаться под каблуком жены. Олег, ну тебе-то не грусти! Тебе-то не грусти! Что ты знаешь? Людмила! А я, насколько я знаю? Тебе тоже была телеграмма из универмага. Индивидуальная, больше никому, только тебе. Написали. Дорогая Яна, поздравляю! Ваш заказ выполнен. Ежовые рукавицы, но может получить. Олег, не обижайся. Не обижайся. Ну дай, дай сюда. Он ничего не слышит. Пришлось. У него уже рукавица отделась. Она ему гладит. Ну, я думала, пора эти колючки купить. Пора свистеть, да. Желаю вам, долго и счастливо. Давай громче. Олежка. Дайте микрофон. Любили друг друга и не уважали. Когда не сделали? Мы с вами вместе быстренько одним. Прощали друг друга. Ника. Ну, и не доводили до того, чтобы предъявить прощать. Поэтому все пьем. Кто у нас, Яна, следующий тост говорит?
сегодня мы, дорогие, пьем за вас. Мы желаем, семья Солодких, младших, желаем вам любви, благополучия, понимать друг друга, уважать друг друга, уступать друг другу. В общем, живите счастливо, и пусть вас рожаются здоровые детишки, чтобы вы их воспитали, поставили на ноги. Короче, всего вам, и как можно поскорее детей. За вас, Оля! Конечно, куда же я денусь? Оля! Куда же я денусь? Ловите на слове, что за Олю. Потому что это очень надо. А на камеру все записано. Это значит выпить? Да. То сказан, значит выпить. Значит, Солодки еще остались. Солодки, да. Продолжение дальше. Подожди, давай, дай посадочки. Паша, да. Андрюша еще не сказал, то есть не прочитал. Сейчас он выучит. Свадьбы наши молодые, всем сердцем пожелать хотим, семьи прекрасные создать, достоинстве жить и процветать. Достатки жить и процветать? Мы поняли. Мы, короче, спасибо. Спасибо. Волька! 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 Три! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! 1 миллион 135 тысяч 248! 1 миллион 141! Миллион рекорд собьем! Победительный! Языки покажите! Брависсимо! Вы молодцы! Дай бог как! Дорогие наши, Яночка, от всей души вас поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья, любви и всего самого хорошего. Ну и чтобы через годы детки были, через годы. Это от нас с дедом. Спасибо вам. Все выполним, обещаю. Все выполним. Все пожелания исполним. Лерочка, ты кого заказываешь? Любите друг друга. Дедушки, бабушки, любим. Кого хочешь? Свечку или брать? Скажи, у меня уже полный комплект. Так как Яна сегодня лучше всех, красивее всегда, чем она бывает в мире вообще. Значит, девочку. Я такой красивый пара девочек. Слушай, что ты пьешь? Мне кого же налить? Краснословие такое пошло. Надо похоже. А я когда не пью, то говорю. Вы меня плохо знаете. Я только твоя, что вы говорили. Да я же рад познакомиться. Да я же познакомиться. Очень много. Ты начинаешь? Я захочу. Я захочу. Знаешь, Яночка, я поймался на мысли, что она больше рада, чем даже на своей свадьбе. Это точно! Я просто очень давно тебя знаю. Мне очень нравится. Тихо. Честно, Лерочка, это счастье, это, ну, наливай, конечно, это, наверное, лучший твой настрой за все время, которое я тебя знаю. Вот так держать. Так держать даже в личной жизни. Всякое бывает, и хорошее, и плохое. Вот такой настрой всегда. То есть настрой на лучшее. Да подождите! Тихо! Не, короче, она тут такого наговорила, ой. Сейчас она расскажет, вечная жизнь. Чтоб вас колбасило. Правильно, потому что слышно жизнь. Спасибо. Давай колбасим. Юра, вы что сколбасили? Юра, это вообще колбасили. Саша, ну мы решили, что сами. Хороший гость. Даю. Что такое смысл? Чего ты взяла просто? Я бы еще сказал, можно я после двух тостов еще? Конечно! Я вообще никак! Сидите, если уедете, можно говорить, как хорошо!
свадьбе.